Ну а в завершении выпуска интернет-обзор мы покажем то, что интересно было вам. Смотрим. Праздник к нам приходит. Паблики соцсетей пестрят новогодним настроением. Не только в Саранске, но и по всей стране. Фотографии елочек, Дедов Морозов и зимних радостей и забав. Паблики передают приветы всем заработавшимся от астраханских машин и тракторов марки «Беларус», которые специально для пользователей танцуют новогоднее танго. А тем временем в социальных сетях делятся рецептами новогоднего настроения. Иван Дорн, например, придумывает себе праздник сам. Музыкой, украшениями и новогодними фильмами. А в Саранске новогоднее настроение создается не только дома, но и в общественном транспорте. Деды Морозы и Снегурочки в автобусах и троллейбусах лишний раз напоминают пассажирам – скоро Новый год. Не знаем, как пассажиры, а пользователи в восторге. Десятки комментариев, сотни лайков и тонны благодарностей. И кроме всего вышеперечисленного, кондукторам-снегурочкам достается еще редакционный лайк. И для большего ощущения Нового года – городская площадь и вечерний украшенный Саранск от операторов 10 канала. Делайте фото, снимайте видео и смотрите ваши новости в наших новостях. С наступающим!